Субъекты Приволжского федерального округа и провинции Китая продолжают развивать двухстороннее сотрудничество. 23 мая в Чебоксарах пройдет заседание 3-го совета Волга-Янцзы. На этой неделе гости из Поднебесной побывали в Пермском крае. Тесно сотрудничают с китайской страной и в Республике Татарстан. Делегация провинции Цзянси встретилась с представителями законодательного собрания Пермского края и посетила одно из ведущих деревообрабатывающих предприятий Перми. Наладить бизнес-контакты – одна из задач рабочего визита в Пермь. Стороны рассчитывают увеличить товарооборот. В Татарстане стороны активно работают в нефтехимической и машиностроительной областях. Перспективы двухстороннего сотрудничества власти регионов Приволжского округа и губернаторы провинции Китайской Народной Республики обсудят в столице Чувашии. Планируется подписание ряда документов. За время работы формата Волга-Янцзы было заключено 38 соглашений о сотрудничестве. Также был подписан договор об ассоциации вузов двух стран. В Чувашском государственном университете 3 года назад был открыт китайский культурный центр. Очередное заседание Ассоциации высших учебных заведений также пройдет в Чебоксарах. Отметим, что в гуманитарной сфере между регионами ПФО и провинциями Китая реализуется более 100 проектов. Каждый год в рамках формата «Волга-Янцзы» проходят молодежные форумы, в которых принимали участие и студенты из Чувашии.